Ну что, удобно? Вот видите, у меня куртка. Все, все на месте. Все в порядке. Спасибо. Зарядки. Я тут решил постоять в тени дуба. Заодно посмотрите мое видео про дуб. Дубовые методы, если не видели. Там интересная посадка, как говорится, нового дерева в таких условиях необычных для Лахты. Я думаю, что вам зайдет это точно. Посмотрите мои приключения с дубом. Ну и дубовые методы от Фувёныча. Смотрите, мы пойдем дальше. Очень часто начинающий фотограф оказывается в ситуации, когда ему требуется помощь мастера. С ней, да? То есть человек жил, потом бах, что-то случилось. Проводника, можно сказать. И он иногда может попасть в такую ситуацию, в которую я сейчас попал. Я считал, что это самый бесполезный предмет, соответственно, в одном из магазинов. Ну, долго ждать не пришлось. Мастер появился. Вы знаете, что мастер приходит только тогда, когда ученик готов. Вот тут какие-то сороки сверху сидят. Ну и в этом плане Фувёныч, листовые фотографии, готовы прийти на помощь в таких ситуациях. Ну, вы знаете о чем. Всем привет, 29 число. Сегодня мы отправляемся в парк, лес. Тема будет сегодня, я думаю, что многим знакомая, но... Меня попросили записать по поводу моей камеры видео. Ну, я решил это разбить на несколько частей, поскольку запись сейчас идет у меня, собираются материалы. Ну, я сегодня буду говорить про режимы и про их замеры. Соответственно, будем сегодня замерять режим. Ну, или по-другому. Режим и замер, замер и режим. В общем, смотрите, подписывайтесь. Жду от вас комментариев. До скорой. Замер угаря. Ну, если портрет, то точечный, наверное, да? Ну, вообще везде точка. То есть, по идее, нужно везде точку использовать. То есть, если ты используешь... Ну, я пизов снимаю. Ну, вы понимаете? Мне вот тут лучше какой-то вот... Центр взвешенный или матричный? Вот, нет, центр взвешенный, ты в любом случае будешь доверять этой электронике, соответственно, тебе сама посчитает. Поэтому я объясняю людям, что самый простой способ – это точка. Ты наводишь на ту часть, которая тебе важна, или ту яркость, которая тебе максимальная или минимальная. Согласен. А дальше ты уже от этой штуки можешь плясать. Ты можешь в минус уйти экспозицию или в плюс. А для чего тогда японцы придумали? Средневзвешенный? Да. Это для дебилов. Нет, ну, кстати, многие тоже. Нет, так, есть среднеизвешенные. Это то же самое, что средняя температура по больнице. Понимаешь? Ну, это то же самое абсолютно. То есть здесь, вот так и скажи. Ну так и есть оно, если так и есть. Это зеленый режим. То есть есть зеленый режим в экспозиции, есть режимный зелен в этом, в режимах. А есть в фокусировке и в экспозиции точно такой же зеленый режим. Фокусировки – это когда ты доверяешь там вот этим фотоаппаратам, умным телефонам, когда ставишь режим лица, и он тебе сам бегать по кадру ищет лица. Ну, появится там кошка, он как бы посчитает, нет, что это... Нет, что? Нет. Что нет? Вот эти последние Соньки. Да нет, я просто говорю. Но в любом случае, вот недавно смотрел видео человека, он поставил этот режим, да, на футе. Ну, и, соответственно, он там начинает вот так жестикулировать, и в результате у него что происходит? У него бах на дальний план, бах на жизнь. Ну, он там, это современная камера, новая. Ну, я понимаю. Нет, ну не все идеально. Поэтому, а зачем это нужно? Нет, ну скажи, смотри, допустим, я утилизируюсь по экранчику, я снимаю свадьбу. И у меня стоит, я назначил на лица, и все. Я просто выстраиваю композицию и не думаю о фокусе. Вот, да, там будут промахи, но, скажем, из 100, 50 будут просто конфетка. Моя задача только вот композицию составить. Просто я смотрю композицию, там свет ложится. Фокус, это вообще это для свадебщиков, я считаю, просто это... Чем вот это вот? Ну,
Особенно когда, допустим, они бегут в тебя или там быстро прокатили. Нет, фокусировка, следящий фокус, это все нужная вещь. Во. Это надо, надо. Понятно, он будет проматываться и проматываться всегда. Но, тем не менее... Ну, фокусировка это одно. У меня-то, ну, в принципе, про фокус позже тоже поговорить. Но по большому счету, вот экспозиция, да, и, соответственно... В этом в пейзаже вообще фокус. Как не нужен? Ну, не нужен фокус. Нет, это автофокус. А, автофокус. Автофокус. Потому что все снимают. Большинство в мануале, да. Ну, я снимаю, но все равно я наложу, как бы, даже если у меня вот точка регулируется, да, то, соответственно, я могу точку большую поставить, маленькую. Я, соответственно, понимаю, что мне удобнее с маленькой работать, но иногда бывают такие ситуации, когда ты ловишь птицу, например, да, или там какой-то объект, который неизвестно, когда появится. Как ты точкой его поймаешь? Ну, да, ты открываешь эту точку, увеличиваешь, не, ну я же снимал, как бы были опыты. Ну, в общем, увеличиваешь эту точку и, соответственно, все, дальше все нормально. Ну, в общем, вы мнение фотографа одного знакомого моего слышали, да? Поэтому, что касается режима, замера режима, да, или режима замера, ну, и мое мнение все-таки, это точечные вещи должны замеряться именно точками. Никаких средневзвешенных, никаких средних температур. То есть абсолютно точно должно все сделаться. Мериться должно по той части вашего кадра, вашей системы. Именно важный, да, для вас или для информации. Поэтому тогда есть возможность точно уже потом это все скорректировать. Ну и, соответственно, получить точные фотографии, точные замеры. Все как должно быть. Вот что касается замера режима. Наоборот. Сейчас как раз поднимался на такой пандус, лестницу, ну и увидел интересную перспективу, очень необычную. Здание, которое выходит за горизонт, да. Ну, соответственно, здесь большой контраст, большой динамический диапазон яркости, ну и с фокусировкой. То есть по средневзвешенному ничего не получится снять в таких условиях, абсолютно точно. Нужно замерять. О, видите, как солнце светит, увеличивается. Вот, iPhone пытается его уменьшить, да. Мы не будем мешать. Ну, в общем, только точка, других вариантов нет. Только точкой вы сможете что-то действительно сделать правильное, да? И тогда у вас солнце, как говорится, засияет. Вот так вот как-то, да, будет сиять, светить вам или в спину. Соответственно, вы будете все видеть. Поэтому, конечно, точечный режим. Ну, в каких еще случаях можно его применять? Ну, поговорим об этом. В лес. Видите, тут берез стало меньше. Ну и, соответственно, мы сможем, во-первых, испытать мою новую конструкцию штатива. Да? Ну, штатив старый, на самом деле. Это Fujimi. Но он просто жесткий. Он металлический полностью. Поэтому, насколько будет звук корректный, мы увидим после. Мы не знаем, что получится. Да? Это и есть часть эксперимента. Ну, заодно прогуляемся, может, найдем какие-то новые ракурсы. Но я хотел, конечно, в первую очередь обратить ваше внимание на вот эти способы замера экспозиции и способы замера фокусировки, изменения. Как вы знаете, существует точечный, средневзвешенный, ну, как говорил мой знакомый друг-фотограф, матричный. Ну, я могу сказать, что для меня существует только один способ, и за долгие годы, за множество камер, которые в том числе цифровые, ну, как бы в первую очередь цифровые, мы говорим о цифровых камерах, начиная там от моей первой Минольты, Коники, и различные Sony, Olympus, Pentax и так далее, все-таки это точечно. Ну, в общем, без них не получится сделать никак. Почему? Потому что только в этом случае вы сможете контролировать полностью яркость, освещенность, ну и в том числе фокусировку. Фарионыч, ты не рассказал мне, как наводить на резкость. Как это делать? Я, ну, периодически вы можете в моих видео это увидеть, да, но примеры для того, чтобы понять, да, почему это важно, вам нужно сузить точку, на которую, наведя на которую, вы точно знаете, что там будет резкость. Вопрос на самом деле очень простой. Что касается фокусировки. При
каком-то режиме, когда определяются лица. Это годится для съемки видео, но то и то относительно, потому что Боровский, вот этот, по-моему, Иван, да, который в Кёльне, недавнее видео, когда он стоял на фоне мотоцикла, да, современная камера, ну и он дергался головой туда-сюда. Ну и что получалось? Получалось очень, не очень хорошее, постоянно дергался фокус, соответственно, отвлекал внимание на передний и дальний план, ну и ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому умные системы хоть и работают, но не настолько пока умные. Хотя понятно, что они обучатся со временем и обучатся. И что-то из этого получится. Мы с вами находимся в этом месте. Я снимал зимние и осенние пейзажи. Да? Ну, вот видите, какой вал здесь достаточно большой. Да? Вот такой. Некоторые считают, что это естественно. Но я, конечно, склонен верить. Но, в принципе, это, конечно, видно, что это искусственное сооружение. Оно идет вдоль залива. Такой бруствер, можно сказать. Так что по поводу фокусировок, да, ну, если вы работаете тем более с макрорежимами, да, вот, например, вот такой вот кусок пня мы можем увидеть, да, если мы хотим сфокусироваться на какой-то определенной его части, да, но камера, например, у нас сейчас в автомате все это делает, но, тем не менее, нам придется все равно использовать режим точечной фокусировки, чтобы уточнить это все. Ну, здесь, кстати, что-то кто-то уже рыл явно. Ну, вы знаете, мою любовь к контровому свету. Вот я сейчас тоже нашел интересное место. Вот оно находится практически передо мной. Насколько это видно, я думаю, что видно. Такой пень, да. И такой рассеянный свет. Опять наша любимая рябина, да. Мы сейчас попробуем это все поснимать. Друзья мои, я сегодня соорудил такую интересную конструкцию, в обратную, да, потом это все перевернул, чтобы, может быть, вам было хоть как-то что-то видно, да. Я понимаю, что будет сложно все это разглядеть, но, тем не менее, я такой интерактив вам устрою, заодно и посмотрим, что из этого выйдет, да. Яркое, кстати, солнце. Может быть, точку вы эту будете видеть, да. Ну, я попробую еще раз увидеть сильнее, да. Чтобы вам... Понятно, что не будет так резко, потому что камера не имеет такой близкой фокусировки, но... По моим настройкам вы, в принципе, увидите, о чем я говорю. Вот эта точка, которая находится прямо передо мной, но мы макрорежим не ставим, да, режим фокусировки. Соответственно, я могу вывести его в любую часть экрана, да. Но в данном случае мне нужен пень, поэтому я композиционно хочу сделать вот это в нижней части, поэтому буду фокусироваться в эту часть, с этой стороны. У меня сейчас стоит ручной режим. Это что касается автоматического режима, да. То есть мы сейчас показываем, как в автомате это можно сделать, да. Ну, у меня закрыто на семерке, это достаточно длинная выдержка, поэтому, конечно, я откроюсь. Мне не снять будет. Откроюсь полностью, 2.8, да. Ну и вот такой. Кресты, кстати, вот эти, которые я сделал штриховыми в этот раз. Чувствительность у меня 500. Значит, если мне требуется еще более точная фокусировка, да, например, я хочу вот этот листик, да, поймать. Что я делаю? Я оставляю все то же самое, но вот этот квадратик я могу его сделать точкой практически, видите, да? То есть, с одной стороны, я могу кадр навести точно на пень, но мне надо вот этот листик, да, контровой свет. Я делаю вот таким вот образом. Перевожу потом, удерживаю клавишу. Ну, вот сейчас еще раз покажу. Но вы видите, что если посмотреть на гистограмму, если вам будет, конечно, видно. Вот она. У меня есть некие задиры, да, в нижней части, да. Я сейчас фокусировку сдвину. Вот какой листик я хотел сюда сфокусироваться, да. И потом перемещаю уже удержанием клавиши, да, делаю кадровку. То есть фокусировку я навел на лист. Но видно, что при контровом свете у меня дикие пересветы. Поэтому я буду корректироваться. Я, соответственно, что сделаю? Я введу коррекцию. Минус единица. Сделаем то же самое при том же листе. Да? Ну, такая же композиция. Я думаю, что многие скажут, что здесь нужен вертикальный кадр. Согласен, здесь нужен вертикальный кадр. Можно сделать, да? Но я буду делать горизонтальный сначала, а потом уже решу. В принципе, можно попробовать то же самое. Теперь у нас нижняя часть будет больше, да? Соответственно, мы сделаем вот эту подсветку и поместим
в золотую точку наш пень в верхней части. Ну вот что у нас получилось, да? Насколько интересно, это можно будет уже посмотреть со временем. Ну вот, увеличив кадр, да, уже который я снял, я вижу, что у меня весь кадр нерезкий. Почему это произошло? Очевидно, что фокусировка вот этого маленькой точки, она нам настолько стала маленькой, что она попала между листьев. Соответственно, мы это переснимаем. Мы увеличим размер нашей точки, да, ну вот опять вертикальной части. Я ее увеличу вот до такого размера. Значит, из-за того, что листья пестрят и контровой, коррекция, ну как бы фокус работает некорректно. Поэтому что я делаю? Я нажимаю, фокусирую и потом вручную довожу в ручками фокусировку. Это один вариант. Но вы опускаете и получаете все равно потом автоматическую фокусировку. Поэтому для того, чтобы это было совсем корректно, конечно, ставим в ручку. Ну и мы возвращаемся опять к ручной фокусировке. Выставляем мануал, закрываемся минус один, ставим вертикальный кадр. Здесь уже мы в новой версии моей фокусировка автоматическая ручная будет в квадратике. Поэтому я легко могу этот квадратик переместить туда, где мне нужно. Верхнюю часть, да, максимально. И я буду смотреть изображение не центра кадра, как в некоторых камерах, а именно фокусировка того места, где я выбрал. Вот что у нас получилось. Теперь, если мы попробуем посмотреть, сейчас загрузится то, что у нас вышло, да? У нас сегодня, видите, такой интересный интерактив нового формата. Ну и заодно изучим, как будет микрофон работать. Получили достаточно темный кадр, но с градацией. Да? Собаки тут хорошие. Бегают красивые. Ну и вы прекрасно видите, что все резко. То есть мы получили вертикальный кадр, в котором основной идет вот этот тень, которая проработана, да, потому что мы изначально закрылись и мы сосредоточили всю экспозицию на нижней части. Значит, дальше теперь мы углубимся немножко наверх и сделаем другую точку съемки. Значит, я сделаю таким образом, чтобы понятно, что это будет все на открытой полностью, да. Я увеличу пень размером, да, оставлю эту нижнюю часть, которая нам понравилась, но сделаю таким образом, чтобы листья попали вместе с пнем, но при этом вот это дерево нам не мешало. Постараемся выбрать такую точку съемки, о которых я рассказываю, да, при котором все это будет гармонично. Ну вот как-то так, да, вот с этой точки. Я перемещу опять фокусировку. У меня, кстати, здесь включилось почему-то распознавание лиц. Это я, наверное, сделал. Ну ладно. Мануал стоит у нас. Я хочу, чтобы мои листики были насквозь видны. Ну вот, как-то так, да? Сейчас посмотрим, что у нас вышло из этого. Ну, вы можете видеть, что листья видны, даже прожилки, поскольку даже на 2.8 это объектив очень резкий, да. Насколько интересны бокей, контровой свет и этот пень. Пень не очень проработался, да, но мне понравилась вот эта структура, которая внизу. Поэтому, по большому счету, мы можем открыться побольше, да. Ну, все, видите, все в точечных режимах мы замеряем. То есть, давайте еще попробуем такой вариант. Я сейчас сделаю... Не буду закрываться. Сделаем точно такой же кадр, но без закрытия. Значит, когда вы сделали мануальный фокус, да, камера уже запомнила все это, да, соответственно, можно зафиксировать это нажатием кнопочки фиксирования экспозиции, да, и просто уже снимать, выбирать, как вам нравится. Ну, мне нравится вот такой ракурс, да. Обращаю внимание, что я пень поместил тоже в твои определенные квадраты такие, да. Ну, и сейчас посмотрим, что у нас вышло. Батарейка почти села. Ну, я не проверял ее, но у меня еще две запасные есть, поэтому я думаю, что все получится.
Да, это интересный вариант. Проработка осталась, все хорошо, поэтому мы переходим к замене батареи. Интересный такой балансир получился. Я вас оставлю на камере, но она достаточно тяжелая, поэтому получился такой устойчивый стабилизатор. Ну вот, мы попробовали показать вам на примере этого пня контрового света. Зачем нужна точечная фокусировка? Какие возможности по ее регулировке существуют? Ну и что из этого получится? Я надеюсь, это будет полезно тем людям, которые до сих пор пользуются так называемым зеленым режимом фокусировки. Я его называю или матричным, или там наведение по определению лицам. Да? Чем быстрее вы выключите этот режим и перейдете или на ручной, или на точечный, ну, для начала я думаю, что точечный будет, тем лучший вариант кадров вы получите для своего Инстаграм, для своих сетей, для своих выставок. Ну, собственно говоря, вы перейдете в раздел фотографов настоящих. Все вращалось вокруг друг друга, да? Не будет нужды какой-то вам какие-то делать. Вот тут, видите, спилили пень, срезали его совсем. Ну, вот заодно вы сможете оценить свои возможности, свои результаты увидеть, да, сразу же. Насколько вам стало интересно заниматься фотографией, вы получите уже кадр совершенно другого качества, на который обратят внимание ваши знакомые, близкие, друзья. И я думаю, что все получится. Я нахожусь сейчас под деревом, да, красивое дерево, такое интересное. Я его снимал зимой, я думаю, что, может быть, вы найдете мое видео, да, про фигуры необычные. Здесь висела такая вот кормушка, да, тут же, как только рука, так сразу появляются какие-то существа, да. Ну, лес полон таких существ, и в этом, конечно, прелесть его. Ну и мы продолжаем свое путешествие. Может быть, обнаружим какие-то новые ракурсы, новые возможности, да, игры тени и света, которые и составляют, собственно говоря, фотографию. И для многих это будет необычным, а для многих станет это действительно волшебным, как и весь лес, в котором мы находимся. Передо мной находится некое такое образование, да, вал. Я его снимал, приложу фотографию, на дальнем фоне находится здание. Ну, вот здесь мы сразу четко видим несколько планов, передний, средний и дальний. В таких случаях необходим режим точечной фокусировки, ну и точечного замера. Сейчас я разверну, вы все поймете. Ну, вот я показываю, насколько вам будет видно, да. Первая гряда вала, да. Вторая гряда вала, там дальше третья и, соответственно, здание, да, вот это зеленое. Здесь уже зеленью все покрыто, в тот момент я тоже снимал, но зелени было не так много. Но, тем не менее, в таких условиях автоматический режим фокусировки ни к чему хорошему не приведет, потому что нужно определиться, какая часть вот этой конструкции, какая часть вот этого вала, да, здания или там этого домика, она вам интересна, и с какой стороны ракурса вы снимаете. Нашел новый ракурс, новый способ. С этой точки я не снимал. С двух сторон у меня получатся такие скаты, да. Здесь растет ветка такая, да, которая нам, может быть, мешать будет. Ну да, она пока живая, поэтому мы ее ломать не будем. Что мы сделаем? Мы попробуем отделить вот этот дальний план, который есть смешан с зеленью, да. И, соответственно, уже эти зелень. Если это снять на закрытое, если снять в обычном режиме. Вот сейчас, кстати, тень упала. Чтобы не упустить этот момент, я попробую это снять. Показать вам, как это делается. Делать это можно на открытой форме. Размыть дальний план можно будет в том смысле, если в том случае, если вы сместите, во-первых, ракурс. Во-вторых, выбрать фокусировку на ближний план. Ну и обрамление, вот это дерево, которое нам мешает, да, мне оно, в принципе, не нужно. Я поставлю в центр кадра, на диагональ. О, сейчас потемнело, это нам, кстати, на руку. Обратите внимание, как меняется свет, и насколько нам это интересно, когда он свет падает. У меня есть шанс сейчас сделать такой
овал, да, диагонали, которые я вписываю. Даже вам будет интересно смотреть на мое выражение, да, чтобы понять, о чем я говорю, потому что в ту сторону тоже можно. Ну, попробуем несколько вариантов сделать, да. Я сделаю по самому ближнему плану, да, вот так вот, чтобы все эти камешки были сфокусированы. Дождемся сейчас выхода солнца, когда будут блики. Хотя сейчас для пейзажной фотографии, конечно, самые лучшие моменты, как раз вот это, когда в тени все находится. Можно еще, приблизившись внутрь этой сцены, да, убрать из поля зрения наше дерево, которое нам здесь мешает. Ну и, соответственно, сделать еще более контрастный такой снимок. Я в данном случае наведусь на правую часть, да, леса, да, и сделаю симметричную фокусировку. Ну, как альтернатива, сделаем еще фокусировку на дальнем плане. Ну вот, как-то так. Солнце зашло в облака, поэтому мы переместимся на другую локацию. Ну, собственно говоря, место, где мы это все делали, вы можете посмотреть это с этой стороны и с этой стороны, да? И стало понятно, да, что некий овраг стал таким своеобразным мерилом вот этого композиционной рамки, которую часто используют. И во многих моих фотографиях во Фликере люди комментируют, как я это обрамляю без каких-то рамок, да, с помощью элементов в самом кадре. В данном случае, ну, мы убили, можно сказать, двух зайцев. То есть мы, во-первых, обрамили это все, да. Во-вторых, мы использовали структуры, которые расширяют пространство и делают его многомерным, ну, трехмерным, да. То есть важный пункт. Можно забыть, как снимать. Овалы, эллипсы. И плюс у нас плавная смена кадра, да. То есть передний план, ближний и дальний, они как бы плавные. За счет того, что я на открытой снимал 2.8, я думаю, что вам понравится то, что я сделал. Ну, увидимся. Часто композиционные какие-то решения, они возникают, когда вы пересекаете какой-то ландшафт и обнаруживаете точки, которые позволяют сделать новый ракурс. Ну, в данном случае я вижу вот эту точку, да? Здесь есть ближний план, береза, которая вам знакома уже. Это то же самое, что и здесь, но выделять будем дальний план, а не передний. Мы попробуем сделать так. Выдержка длинная, несмотря на то, что у меня 500-ка стоит. Попробуем использовать технику ремня, но все-таки фотографию сделаем по ближнему плану. Для того, чтобы эффект вот этого движения, он уменьшился. 1/50, ну, конечно, это сложновато сделать, да? Сложновато, да. Можно сказать такое новое слово. Сложновато. Но мы это сделали все равно. Вот. В List & Way фотографии Павелыча нет конкуренций. Нет каких-то сражений между стилями. Битва за стили. Здесь только объединение, комьюнити, так называемое. Мы делаем общее дело и создаем нечто новое, совершенно не похожее в коммуникациях между людьми, фотографов в первую очередь. И в этом наша миссия. Mission.